Здравствуйте! Как говорил знаменитый хирург-академик Николай Амосов, в большинстве болезней виноваты не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, иногда от неразумности. Сегодня в программе расскажу, как можно эффективно лечить пяточные шпоры, костные мозоли и не только с помощью ударно-волновой терапии, которая теперь доступна жителям Брянской области. Действительно ли моржевание, как вид экстремального закаливания, полезно для здоровья? Пяточные шпоры, межпозвоночные грыжи, костные мозоли и другие достаточно распространенные болезни опорно-двигательного аппарата успешно лечатся сравнительно новым медицинским методом ударно-волновой терапии. Теперь данная процедура доступна и жителям Брянской области. Подробнее об этом в следующем сюжете. Ударно-волновая терапия – современный метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. В травматологии и ортопедии УВТ показано при большом количестве диагнозов. Особая эффективность метода УВТ отмечается при лечении так называемых пяточных шпор, а также артритов вне фазы обострения и артрозов в начальных стадиях. При заболеваниях каких? То есть при периартритах, бурситах, то есть воспалением связок, воспалением сухожилий, особенно после перегрузочных, так называемых, то есть вот боли в локтевом суставе, так называемых эпикондилитах, то есть болях в области тазобедренного сустава, то есть не совсем артрозы, то есть так называемых вертельных бурситах или трахантриты их называют. То есть боли в разгибательном аппарате коленного сустава, то есть по передней поверхности коленного сустава, там очень часто возникают перегрузочные боли. Значит, в области ахиллового сухожилия, то есть в области стопы, пяточные шпоры прекрасно им лечатся. Значит, при остеохондрозах, то есть применяется этот метод тоже, но, значит, надо, люди, которые обращаются, должны четко понимать, что остеохондроз этот метод не лечит. То есть остеохондроз – это навсегда. То есть если он возник, он остается. Но снимаются какие-то вторичные синдромы, то есть мышечные триггерные точки, как правило, которые вызывают скованность, то есть вызывают болевые ощущения зачастую, то есть вторичные вот такие вот явления, то есть они снимаются, люди начинают себя чувствовать лучше. Другие методы лечения этот метод не исключает. То есть надо обращаться к специалистам порой, то есть принимать лекарственные препараты, если это необходимо, заниматься физкультурой, физиопроцедурой делать и прочее. То есть он применяется как изолированно, так и в комплексе. Суть метода заключается в воздействии на ткани ударно-акустической волной особой частоты, генерируемой аппаратом. Ударные волны представляют собой инфразвуковые импульсы, характеризующиеся очень высоким давлением. Ударная волна способна влиять на ткани, вызывая комплекс рефлекторных ответных реакций, которые стимулируют процессы микроциркуляции и регенерации. За счет этого уменьшается болевой синдром, усиливается кровообращение в месте воздействия, разрыхляются участки сустава с последующим рассасыванием фрагментов, активизируется выведение солей из мест их отложения. Локальное повышение температуры ткани ускоряет регенеративные процессы и препятствует развитию воспаления. Голландский аппарат фирмы Enfor Nonius. Современно используется у него принцип образования ударной волны электромагнитной. Значит, собственно, у него есть преднастройки, то есть можно работать протоколами. То есть уже готовыми протоколами, то есть можно работать в ручном режиме, то есть самостоятельно выбирать настройки. Сама процедура ударно-волновой терапии переносится пациентам достаточно терпимо. Реабилитационного периода после сеанса не требуется. Пациент живет обычной жизнью. Я в клинико-диагностический центр обратилась с болезнью пяточной шпоры. Процедура проходила в течение, мне что-то показало, где-то минут 5-10. Но из-за того, что вот где нет боли, там хороший массаж. Мне даже понравилось, очень даже хороший массаж. А там, где боль,
там, мне кажется, как отбойным молотком прошло. Но это и есть ударно-волновая терапия. Ударно-волновая терапия, как и любой другой вид медицинского вмешательства, имеет свои противопоказания. Это заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости, болезни сосудов, онкологические заболевания, болезни нервной системы, сахарный диабет, сердечная недостаточность, серьезный остеопороз, онкология в месте лечения. Также процедура ударно-волновой терапии противопоказана беременным женщинам, детям и подросткам. Количество процедур назначает врач, но, как правило, пациент сам определяет, сколько процедур нужно сделать по мере улучшения состояния. Иногда улучшение наступает быстро. То есть, но, как правило, это лечение курсовое и требует несколько раз обращения. Иногда несколько курсов процедур. Это зависит от заболевания прежде всего, то есть от симптоматики, насколько быстро уходят эти симптомы. На прошлой неделе мы отметили крещение Господне, и многие брянцы по древней традиции окунались в проруби. Согласитесь, потерпеть ледяную воду раз в год ради очищения от грехов, конечно, возможно. Но ведь есть люди-моржи, для которых зимние купания – привычный образ жизни. Я попыталась разобраться, как влияет такое закаливание на здоровье, и действительно ли моржевание помогает укрепить организм и излечиться от разных болезней. Алла Крюкова моржеванием занимается уже больше 15 лет. Веселая, жизнерадостная женщина с трепетом вспоминает свое первое погружение в ледяную воду. Первый раз я окунулась на крещение 2003 года. Когда мы пришли, вот сейчас у нас на озере Мутном, огромное количество народу, и замечательно все оборудовано, и теплые раздевалки. Тогда мы пришли, не было никого, было нас, небольшая горская вот людей, была маленькая совершенно прорубь, только чтобы можно было только окунуться и все и выйти. Вот. И на улице мы прямо разделись на снежке, прямо там, и в 12 часов ночи пошли назад. Ощущение у всех было замечательно, вот просто какого-то вот сказки какое-то было ощущение, даже это, может быть, и словами не передашь, просто внутреннее, такой вот подъем, такая вот радость какая-то. Увлечение окунаться в прорубь переросло в профессиональный спорт, и сегодня Алла – постоянная участница клуба «Брянские русалки» Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Брянской области. Организации уже больше 30 лет, и насчитывает она около 40 человек. Самому взрослому моржу почти 90, а младшему всего 7. Брянские русалки не раз становились победителями международных чемпионатов мира, участниками которых были более 20 стран. Окунание в ледяную воду на Руси существовало испокон веков. Бани строились на берегу озер, и охладиться после парилки было совершенно естественно. Однако надо помнить, что организм при таком закаливании испытывает колоссальный стресс. Поэтому подходить к купанию в холодной воде, если есть такое желание, нужно постепенно и осознанно. Заниматься моржеванием и закаливанием с лечебной целью, к этому нельзя. Нельзя сразу начинать резко этим заниматься. Заниматься надо, конечно, в летний период, заниматься с обливанием просто там холодной водой, а потом уже переходить к плаванию в ледяной воде. Конечно, потому что, конечно, это для организма стресс. Происходит сужение сосудов, происходит резкая выработка адреналина, которая тоже может привести к негативным явлениям. Поэтому все это надо, к этому надо готовиться. Оздоровительный эффект закаливания и моржевания, в частности, заключается в том, что происходит адаптация организма к резким изменениям температуры. Это приводит к тому, что организм становится более устойчив к восприятию каких-то инфекционных, вирусных заболеваний. Лучше начинает функционировать сердечно-сосудистая система, улучшается работа сердца, периферических сосудов. И, как правило, это, в частности, приводит к позитивным явлениям для организма. На
заранее в прорубь необходимо соблюдать определенные правила. Во-первых, нельзя заниматься зимним плаванием в одиночку. Запрещено употребление до и после алкогольных напитков. Перед окунанием необходимо размяться и разогреть мышцы. Окунаться быстро. Новичкам в проруби нельзя находиться больше 10 секунд, чтобы избежать переохлаждения. После обязательно растереться махровым полотенцем и зайти в теплое помещение. Но, как и у любой оздоровительной методики, у моржевания также есть свои противопоказания. Противопоказаний для моржевания достаточно много. Прежде всего, это нарушение, это заболевание сердечно-сосудистой системы, какие-то хронические инфекционные заболевания мочеполовой системы, заболевания легких. Как говорят моржи, закаливание ледяной водой не только укрепляет иммунитет и помогает избавиться от разных болезней, но и дает массу положительных эмоций, бодрость духа и прилив сил. Сейчас мы живем в таком стрессовом, таком сложном мире, проблемы одни, и это очень расшатывает нервную систему. А, как известно, все болезни от нервов. И вот, исходя из этого, когда ты окунаешься в воду, идет какая-то, я не знаю, какое-то восстановление идет. Вот именно организм на физическом уровне испытывает жуткий стресс. Ужас, он здесь никогда не был, куда его засунули, вообще куда он попал. Как мы знаем, вот есть с точки зрения медицины, у нас начинается адреналин выделяться, который за собой тянет эндорфины, и которые вот для первобытного человека были бы очень полезны, которые там дальше бегут все лечить, не дай бог он там в этот момент рану какую-то или еще что получил. То есть получается на клеточном уровне хороший оздоровительный эффект. И, ну, прежде всего, это лучше всего лечит нервную систему. Во время кратковременного погружения в ледяную воду в организме происходит выброс эндорфинов, активация парасимпатической нервной системы, сопровождающаяся выбросом биологически активных веществ типа дофамина и серотонина, которые называют гормонами удовольствия. Поэтому эмоции моржей вполне объяснимы. Однако при стрессе от избыточного холода повышается риск нарушения дыхания и даже сердечных приступов. Поэтому рекомендуется обязательно перед увлечением погружением в ледяную воду пройти обследование организма и не пренебрегать противопоказаниями. Это все на сегодня. С вами была Марина Николаева. Увидимся через неделю. И помните, как сказал Шекспир, здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства. Всего доброго. Thank you.